смаки. Книга, во-первых, с победой. Во-вторых, с духом. Видите, что уж с иронией, ну как вам такая ситуация? Спасибо. Ну что я сказал, в первом моменте не повезло, сейчас прострел. Я шутил свои ворота, ничего не поделаешь. А здесь, я не знаю, повезло, факт, что еще сказать. Бог видит все, как я думаю. Поэтому спасибо всем, кто поддерживает. Спасибо, Олечка, спасибо вам. Всем вот, победа. Вот после той досадной срезки ворота хотелось реабилитироваться? Да, насколько... очень сильно хотелось, конечно. Во втором тайме, особенно если видели, был момент, который со стандарта мог забить. Очень хотелось забить. Я думаю, еще раз спасибо Всевышнему, он помог мне это сделать. Поэтому все удачно сложилось. Скажите, какое настроение в команде было до этой встречи, потому что у вас там было три поражения, и сейчас, вот, после победы, наверное, что-то изменится? Настроение было самое боевое у нас. Перед этим матчем, несмотря на три поражения, тренер нас настраивал только на победу, мы хотели только выиграть в этой игре. Вот, он в нас верил, мы доказали, что он не зря в нас верил, мы победили. Вот, ну а сейчас, я думаю, эмоции, сами видите, все радуются, болельщики, стадион. Поэтому наладится все, я думаю. Будем выигрывать дальше.